Железнодорожный вокзал Бердска был построен в 1914 году, и с тех пор здесь дважды проводили капитальный ремонт – в 1963 и в 2004 годах. Проектом, получившим положительное заключение саратовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрен первый этап работ по обновлению вокзального комплекса, а именно строительство нового пассажирского терминала и реконструкция действующего здания, которое в дальнейшем будет использоваться в качестве служебно-технического блока. Как сообщили в Главгосэкспертизе, в новом терминале площадью 1500 квадратных метров будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные, санитарно-бытовые и производственные помещения для обслуживающих вокзал служб и подразделений, а также коммерческие площади. Центральным коммуникационным ядром терминала станет объединенный пассажирский зал. Единовременная вместимость вокзала по завершению первого этапа реконструкции составит 300 человек, в том числе 250 пассажиров пригородного и 50 пассажиров дальнего следования. На время проведения работ временные кассы и залы ожидания будут расположены в специально оборудованных модульных вагончиках. Поезда будут останавливаться в привычном месте, и схема подъезда к комплексу также не изменится.